Всем привет, вы на канале Strix, с вами Виктор, и мы продолжаем проходить The Elden Ring. Так, в прошлой серии мы остановились на боссе. Так, секундочку, дайте проверить, что запись наверняка у нас идет и пишется, все отлично. Так, у нас 63 стрелы, и тактика вроде как рабочая. Единственное, что надо будет, конечно, лук усилить, прокачать, и нам будет проще... Вот так вот некоторых вредных, так скажем, боссов. Почему ты не выделяешься? Объясни мне, пожалуйста. Он не выделяет. Спасибо. Раз этот способ работы, а босс вредный, мы этим способом постараемся. Так, все, теперь кувыркаемся. Очень аккуратно. Блять, дерево! Ох, как повезло! Блять, он сейчас сверху спрыгнет. Да? Да и какой краб! Босса стреляет. Можно, пожалуйста, еще попадать в него? Вот, если он там... Если он там задержится, то... Мне это... Так, он обиделся, ушел, блядь, крабы, короче, вообще не в тему. Способ рабочий, настал 48 стрел, надо стараться тратить их по минимуму. 48 это не так уж и много, как хотелось бы. Вот, но я думаю, что мы сможем, по крайней мере, его очень... Ну, бля, ну так смотришь, вообще, короче, ни хрена с него не... Блядь, какой 6 урона, ну... Как будто бы ничего у него и не отнимаем, да? Так, все, пошел, он сейчас пошел. Отходим назад. Блять, хпшку-то потерял. Выделяем, урон проходит, но я его вообще не вижу. Он сейчас обидится и уйдет, собственно, да? Нет, а если мы будем стоять поближе, он... Так, ну, вот боюсь сейчас, может, урон... А, нет, проходит. Вот два подряд выстрела. Так, отменяем анимацию. У нас осталось 31 стрела. Я... Надо спустить его прям по максимуму. Так, выпьем банку. То вниз упали, хпшка отнялась, то вниз упали, хпшка не отнялась. Хрен, как говорится, поймешь, хрен его разберет. Но думаю, что все, пошел момент. Мы опять не будем. Уходим. У него очень-очень большой радиус атаки. И подставляться под него... Вот она ошибка. Уходим. Отменяем анимацию выстрела, идем обратно. Бля, вот он даже в таких ситуациях, когда начинаешь жадничать, он умудряется тебя продамаживать по самой небалуй. Два удара, все, мы отлетаем. Это непростительно большой урон, который он по нам проводит с вами. И это максимально неприятно. Это очень... А стрелять-то будем? Нет. Все, и сейчас отходим. Отступаем. Отходим. Вниз, неважно куда. Ваншотнет. Отходим. Нахрен оно нам надо, да? Блин, а стрел-то осталось фиг да ничегошеньки. А, подожди, мне стрел хватит. Можно, пожалуйста, немного, да, а голову ему... Я выпью. На всякий случай.
Потому что он не прощает ошибок. Совершенно не прощает ошибок. Так, еще одну успеваю. Вот, вот о чем я говорю. Подходим. Отбегаем, отбегаем, лучше отбегаем. Блин, а как он... Даже кайте его, он все равно умудряется доставать. Мне не нравится, что за дебаф на мне висит. Кажется, я знаю, как его снять. Так, нам нужно поменять стрелы. Иначе нам их просто-навсего не хватит. А урон-то от стрел где? Вот. Вот я опять делаю ошибку. Я лучше вот так вот отбегу вручную. У меня мало хпшки. А он подобрался слишком близко. Отходим. Отходим, отходим, отходим. Отлично. Недолго ему осталось мучиться. Честно, много комментариев тут не скажешь. Блин, вот на самом деле просто боишься совершить лишнюю ошибку. А способ действующий. Способ действующий. Стрел у нас хватает. Да, какие-то стрелы урон не наносят, но нам хватит. Нам хватит, чтобы... Отбегаем. Отбегаем, отбегаем, отбегаем. Отходим, отходим. Здесь он вроде как исчезает. Не прошел урон, к сожалению. Так, меняем на... О, чувствую, будем прям до последней стрелы, короче. Может, огненный будет чуть побольше урона наносить. Я на это рассчитываю. 5, 7, ну... Шесть. Шесть — это немного. Вот если бы они ему все в голову попадали. Опачки. А что, уже все закончились? А, у меня там 4 стрелы-то было, да, наверное? Давай, 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 давай. Здесь ты обижаешься и уходишь. Да, отлично. Он обиделся, ушел. Ох ты ж, блин. Три стрелы. Надо же. Да, вот упущенные, так скажем, стрелы в пустоту сейчас накладывают данный эффект. А банок-то три штуки осталось. Я в этот раз попробую подойти поближе чуть-чуть. Так, а все, стрелы закончились, все. Отходим назад. До последней стрелы будем его опускать. Прям буквально до последней. Чтобы потом нанести ему просто оставшиеся удары уже вручную. Ты должен обидеться, вернуться на сюда. Отлично. Так, так, так. Ха, три стрелы. Замечательно. Ладно, ладно, там будем вручную. Будем вручную. Я хочу максимально минимизировать и вот это потраченное время, чтобы оно ушло не зря. Я, как всегда, забыл поставить таймер. Ладно, сначала разберемся с боссом, потом уже все остальное. Так, отходим назад. У нас останется одна стрела, потом меняем на катану и щит. И пробуем уже разобраться с ним окончательно, бесповоротно. Так, снаряжение. Все, у нас больше нет в наличии. Подожди.
Ой, ёшкин ты кот. О чем я говорю? Стрел, говорю, у нас нет, значит. У нас с вами 20 стрел еще. Все нормально. Все нормально. Итак, это уже будет второй босс, которого мы, собственно, с вами... Можно стрелять, пожалуйста, по нему все-таки, да? Пройдем вот таким вот хитрым способом. Ну, вот и финальные стрелы. Давай, пока. Вот и все. Вот и, собственно, все. Вот вам и гребаный дракон. Алебарда дракона. Это тяжелое оружие, оно, конечно, не интересно. Алебарда в форме дракона, наделенная мощью льда и молнии. Драконы-солдаты так и не познали все смерти и сгинули жалким подобием своих крылатых сородичей. Навык удар с разворота. Излюбленный прием ловких воинов — наносить врагам быстрый рубящий удар с разворота. Вы также можете провести дополнительную атаку. Так. Все, теперь эта локация у нас закончена. Блин, там что-то наверх можно, да? А как туда попасть? На лошади оттуда точно не запрыгнешь. Здесь ничего такого подобного я не нахожу. Кстати, сколько у нас с вами очков? 22 тысячи. Мы с вами поднимем... я смотрю, там очень интересный... Очень интересный скарабей. Он какой-то необычный. Предлагаю. Блять, еще лут. Блять, сейчас. Отходим. Сейчас окружат. Большой загадочный пузырь. А, я понял, это магия. Это то, что вот как раз таки здесь летало, типа взрывалось. Так, ну все. Ох. Так, за нами никто не идет. Нет. Че, подальше чуть-чуть отойдем. Так, все. Здесь у нас с вами закончено. Вот этой локации нам еще рано соваться. Так, подожди, дай я включу таймер. Угу. Так. Мы еще вот тут вот не были. Вот здесь вот. Вот тут вот мы были. Может, пойдем вниз? А вот это вот, вот пока что... Пока что не будем торопиться. Да я не хочу. Вот эти боссы, они... Они немножко надоедают. Охота немножко от них отдохнуть на более слабых противниках. Не то, что там мобов, которых мы там с одной плюшки убиваем, это все не то. Это немножко неинтересно. Типа вот этих фантомов, вот. Ну, что-то в этом роде. Ой. Но, тем не менее, лук — штука обалденная. Так, опять мы здесь. Предлагаю пробежаться вперед. Я вижу, там справа вверху есть некая арена. Это по типу той, что имеется у нас внизу, которую мы также еще пока что не прошли. Не пойду пока туда. Не пойду. Мы пойдем открывать карту вниз. Кстати, я вроде понял, где нам искать. Блин, что на коне, не могу карту посмотреть. А, бой. Да ты что, обиделся, вернулся, что ли? Так вот. Здесь, видимо... Вот путеводный камень. Если к нему подойти, там мы сможем легко добыть карту. Теперь это стало максимально... Максимально просто, максимально очевидно. Нам, ну, теперь у нас с этим, по крайней мере, вопросов не будет возникать. Так, здесь. Давайте пройдем, посмотрим, валяется что-то или нет. Я бы хотел найти еще одно золотое семечко, увеличить количество фляг.
и найти уже все-таки кузнечный камень еще один второго уровня. Ага. А, ну все, нам туда. Нам вроде как туда не надо. Но вроде как вдоль этой береговой линии я не бегал. Ну и ладно, если что, я туда вернусь. В любом случае, я буду проходить игру, конечно, на НГ, на НГ плюс для себя. Когда захочется изучить ее более подробнее, по квестам, по прочему-прочему, возможно, сыграть другого персонажа, хотя сомневаюсь, не в принципе устраивает. Со временем, я думаю, здесь можно будет найти более мощный лук. И также тех боссов, которые мне были сейчас сложны, проходить таким же способом. Куда ты это торопишься? У тебя нет шансов, ты слабак. Блять. Ох ты ж нихуяшься. Блять. Бля, она сначала сама, а потом еще дополнительно. Ладно, я понял. А что сейчас делаешь? А все, иди сюда, стрелок недоделанный, отлетел, блять, катана, кстати, как я ему щит умудряюсь пробивать теперь катаны? А нет, 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 блять, попадные атаки, это вообще этот, блядские твари. Сейчас подожди, я до тебя доберусь, подожди, сейчас вон того мудака еще нахлобучу. Угу, знаю я тебя сейчас. О, в смысле, ты заблокировал? А до этого ты не мог. Так, ну этот все, этот один остался. Все. Так, кстати, тут. Ой, баночки-то восстановили, как приятно. Кузнечный камень. А, ну это первый, это. Блин. О, мечевидный ключ, вот это очень хорошо. Надо будет, кстати, подумать, куда его потратить. Это я видел, здесь вроде еще что-то валялось, нет? Показалось. Ладно, пойдем дальше. Так, пост мы прошли. О, тут нам сразу и костер дарят. Да, 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 кстати, не, нельзя, я забыл то, что мы можем прокачать уровень. Собственно, сейчас мы это и сделаем. 23 тысячи. Интересно, ну на один, если на два... Давайте посмотрим, повысить уровень. А, смотри, что, раз, два, хватает. Отлично, повышаем нашу с вами живучесть. Да, и нужно снять штраф. Вот этот, который висит. Так, мы зайдем в инвентарь. Вот это временно повышает баланс и тратить, применить. Так, отлично. Вот, смотрите, сразу сколько хпшки стало. А почему на мне все равно висит что-то... А, это я понял. Подожди, он временно повышает. Или на мика дебаф висел. Так, давайте отдохнем и посмотрим. Если будем умирать, что у нас с хпшкой будет происходить. Потому что мне всегда создавалось ощущение, как будто мне ее не хватает на фоне очков концентрации. Так, у костра отдохнули, нам показывают за скалу. У нас есть проход оттуда, есть проход отсюда, но костер показывает напрямую. Да, там можно... Опа, я понял. Отлично. Тогда пойдемте судой. А, ладно, хрен с тобой. Следующим, я думаю... Ну ладно, давайте поболтаем, потому что мысли... Эй, кто здесь? Прошу, удели мне минутку. Меня зовут Ирина. Я сбежала из замка Морн, что на юге. Местные слуги подняли бунт. Точно не знаю, что произошло. У меня с рождения слабое зрение. Но клянусь, что я слышал страшные вопли, разносящиеся по всему замку. Мой добрый отец тайно вывел меня оттуда. Он сам решил остаться, сказал, что это его командирский долг. Это все? Я опасаюсь за жизнь отца. Слуги впали в ярость. Их переполняет ненависть к нам. Они убили многих спутников. Всех до единого. Никого не пощадили.
Боюсь, в замке Морн дела идут не лучше. Умоляю тебя. Отнеси это письмо в замок моему отцу. Не откажи в любезности. Я лишь хочу, чтобы он сбежал, даже если запятнает его честь. Пожалуйста, я не переживу, если он пострадает. Ага, доставить. Благодарю от всего сердца. Тогда, пожалуйста, возьми это. Письмо Ирины. Отнеси письмо ему отцу, который остался в замке. Не откажи в любезности. А, ну все, она, значит, больше нам ничего особо говорить не хочет. Надо запомнить, что у нас есть возможность пройти сверху. Кто здесь люлей получил, это, видимо, сверху падали. Так, повозка. В повозке по-любому должен быть сундук. Это мы уже с вами проходили, проверили. Вижу справа, слева, спереди, там, сям. В смысле, там люди, людей жрут или что это? Опять обезьяны. Так, вижу собак. Ой, как много. О, ты бляха, ты муха. Так, надеюсь, он тот дрыхнет, ему будет на все пофигу, а мы аккуратно. Блять, а собака, блять, да что ты, тварь вонючая, а? Не, ну с этой броней, конечно, урон наносится знатно меньше. Так, мне собака сейчас не интересует, мы сейчас. Ты чё, тварь, блять? Ты иди сюда, иди сюда, не буди мне там никого, блять, там спят, что ты делаешь? Блять, я держу кнопку блока этой тупой, сука, псине вообще насрать. Вот смотри, его я выхлёстываю вообще только в путь. Собаки мне всю хпшку, короче. Блять, там три псины, а. Так, этих я, наверное, сейчас не буду трогать. Меня интересуют собаки. Иди сюда, шавка. Давай, 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 давай. Опа, да, вот это, да, вот это прилетело. Ой, как же лук хорош. Следующее. Ну-ну-ну. Ну и последняя шавка. Давай. Давай, давай, давай. О, вот это, да, вот это тебе в щит-то прилетело. Блять, там еще мудак сидит. Давай, проснись, блядь, страш недоделанный. Давай. Да давай, ты уже ждать вот это вот тебя. Блять, давайте подойдем к нему потише, поаккуратнее, чтобы успеть ему немножко навтыкать. Ничего у него так. Но ему надо еще одну кровотечку дать. И все прям. Блок, блок. Еще одно кровотечение дать, и все, он отлетает. Все, свободен. Так, все отлично, все замечательно, мне очень все нравится. Так, теперь вот с этими мясниками, они что-то тут готовят, видимо, разделывают. Идем сюда. Посмотрим, тряпочные, все, я тряпки. Вот это хорошо, вот это хорошо. Ой, вот это плохо, а не. Бля, они какие-то, а, это петухи, короче, да, смотри. Змея, курица. Короче, эти, как их, как это называют там? Химера, во. Химера. Только это. Морды не вышли немножко. Так, вижу хорошую штукенцию. А, блять, я забыл. Забыл. Так, пока все легко, спокойно. Вот это мне нравится. Вот это размеренно. Моргенштерн. Так, ну это мы прекрасно понимаем, что это у нас. Я, в принципе, думаю периодично выделять какой-то момент, когда мы прочтем все, что я насобирал. Так, отлично, вижу путеводный камень. Нам нужно будет сначала добежать до него.
прежде чем мы добежим до него, мы разберемся с этой с этим скоробеем. Все, он застрял. Отлично. Пепел. О! О! Так, пепел я могу. Это для лука у нас. Теперь. Теперь у нас есть навык для лука. Это крайне-крайне хорошо и не может не радовать. Так, хорошо, я здесь я нигде не могу спрыгнуть, значит, мы идем вперед. Так, нам вроде на развилке надо... В смысле, блядь? Вы чё? Не-не-не-не. Вот четко прямо, если идти там... Бля, это босс? Да вы чё, блядь? Да вы охренели, что ли? Хорошо, здесь есть костер, прям какой-то черный всадник. Давайте отдохнем. Давайте отдохнем. Я потратил немножко баночек. Та-ла-ла, 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 та-ла-ла. Стоп. Давайте пепел войны. Пепел войны на лук. Установим. Так. Можно почитать? Нет, давайте мы почитаем отдельно. Так, заходим в инвентарь. Блин, то, что я установил, нельзя прочитать. Почему так? О, здесь есть подъем наверх. А, так, что у нас по стрелам? Ну все, да? Так, берем в две руки, я хочу посмотреть, кто это вообще, на что он, собака, способен. Да нет, это не босс. Босс? Да и процеде. Это не серьезно. Куда там берем? Иди сюда. Давай, я даже поближе спущусь. Выходи. Одного я такого уже наколыбелил. Блять, стрел только. Да ладно. Я понял, короче, придется все это вручную делать. ХПшку сносишь? Блять, блок не успеваю ставить. Тихо, тихо. Бля, у него такие же атаки. У него очень похожие атаки, как и у того, но он бьет довольно-таки слабо. Можно даже подставляться. Подхилимся. Да-да-да-да-да-да. Копытцы подбери. Ты скачешь. Бля, его надо ближе к... подводить. Я вот там зажал. И много урона выписал за счет этого. Не, вот это вонючая тряпка, которая сейчас выхватит у меня. Ой, все, иди отсюда, короче. Это даже не урон, даже хилиться не буду. Я тебя так выхватил. Блин, тряпочный вообще это. Вот, вот, вот это я понимаю. Пепел войны, заслон. Цепь ночной конницы. Ладно, давайте выделим время, почитаем, что у нас там, собственно, есть. Так, это заслон мы можем использовать на щиту, да? Не, давайте сначала прочитаем, а то потом опять. Давайте посмотрим, а что у нас из таких новых предметов непонятных появилось. Так, это все, это очевидно, это понятно, это мы читали. Это отдайте ученому волшебнику, чтобы открыть новые чары. Так, это понятно. Вот, выпускает большой волшебный пузырь. Ну да, это мы видели. Это мы не используем. Так, вот. Наделяет оружие свойствами и навыками. Это пепел войны не наделяет вооружение свойством, но дарует следующий навык. Заслон. Навык прославленного воина сэра Нидхарта. Направьте свою энергию в щит, временно позволив ему отражать более сильные атаки. Пепел применим к любым щитам. Отлично, мы это сейчас с вами сделаем.
восстановим полную шту хпшки банки, и там у нас сидит торговец. Как раз босс у нас с вами что-то упало, возможно, он продает. Подожди, мы же можем усилить катану, он только не у него, да? Так, пепел войны. Щит. Отлично. Так, сейчас мы посмотрим, сколько у нас с вами торговец. Здорово, купить. Да ты шо, да ты шо. Так, это большая стрела. Это для больших луков, скорее всего. Новый вид доспех увеличивает очки. Медальон увеличивает очки здоровья. 1500 не так много, почему бы не купить, но... Так, полуторный меч нам, мне, честно говоря, тоже не интересен. Вот это вот 400, да? Арбалет мне тоже не интересует, меня устраивает лук мой полностью. Так, подсказку 100% берем. Ты продаешь всего один, я у тебя его покупаю и выкупаю у тебя вот это все. Это раз. Покупаю медальон. Один мечевидный ключ, на остальное можно будет... стрел набрать, я так полагаю. Да, почему нет, пускай будут стрелы, мне не помешает, в принципе, неплохо отоварились. Уровень мы с вами недавно только два штуки подняли. Вот, значится. А, все, вот это просто и блок. Все, мы можем блокировать более сильные атаки. Далее, в идеале, так. В идеале. Где у нас? Ага, я смотрю в другую сторону. Давайте добежим, откроем карту. И я хочу сходить все-таки уже к кузнецу. Да, вот этот обелиск. Мы сейчас его открываем, возвращаемся немножко назад, там все обследуем. Мы обязательно обследуем все там. Да, вот этот замок, который нам предстоит. Так, карту открыли. Вот это он, вижу, стоит мудак какой-то. Все, понял, нам здесь не рады, и скорее всего мы это будем делать с другой стороны. А по поводу, бля, да пошел ты в жопу, короче, а? Его надо как-то будет обходить, я в этом уверен. Все тут у нас не достанет снаряжение. Бля, ты чё, иди нахрен. Все, вот тут ты точно не достанешь снаряжение. Так, по медальонам смотрите, у нас вообще тут много чего набралось, но усиливает рёв при атаке дыханием, это нам точно не надо. Повышать спринтингом, ну, тоже не надо. Повышает концентрация, нам тоже не нужна, мы не маги с вами. Усиливает святую атаку, нам тоже не подходит. Критический удар восстанавливает. Это у нас, допустим, бэкстепы. В принципе, интересная история. И увеличивает очки здоровья. Так, давайте посмотрим, намного ли оно увеличит. Но... Да не сказал бы, что намного. Вот это усиливает мощные атаки. Усиливает мощные атаки. Ну-ка. Талисман, соображение топора и воины усилит мощный атак. Повелитель, возглавивший долгий поход, сражался топором. Знак его почтения, его верные воины также взялись за это оружие и владели им настолько, что были способны наносить воистину сокрушительные удары. Усиливает мощные атаки. Но я редко применяю мощные атаки. Здесь у нас усилит атаки, снижающие выносливость противника. Но тоже как бы постольку поскольку... Это у нас тоже нам не надо. Талисман снабжения трех принадлежит охотник на зверя. Повышает эффективность дальних луков. Мощных атак я не провожу. Пускай пока будут очки здоровья. Давайте обследуем здесь. И надо выделить время. Он совсем немного дает. Да, здесь в обход. Видно, что в обход. Что мы так просто нагло нам не дадут пройти. У нас поворот вот сюда как раз таки расходится. И мы можем запрыгнуть наверх, можем подняться вообще по вот этой, туда пройти назад наверх. Так, давайте откроем карту, да. Так, что у нас в итоге открылось? Можно, пожалуйста, прогрузиться? Спасибо. А, у нас открылся, получается, вот этот участок.
Вот здесь опять какая-то точка для типа битвы с боссом. И вот здесь вот, да, у нас еще много чего открылось. Здесь все закрыто, здесь все как в тумане. Хорошо, не будем торопиться сюда. Но в любом случае сначала нужно будет, наверное, вот тут все пройти. Вот этот лес. Тут какой-то колодец, болото, руины. Так. И давайте предлагаю, наверное, сейчас забраться вот сюда, вот эту вот часть проверить, чтобы уже к ней не возвращаться. А потом уже пойдем туда вперед дальше. Отлично. Побежали сюда наверх. Вот тут есть тем более возможность при помощи коня быстренько запрыгнуть. Собственно, почему и нет. А, надо было туда запрыгнуть, да? Может, я сейчас хрена с два, короче, сюда, да, запрыгну? Так, ой, попасть бы. Да, здесь так мы урон не носим. Надо попасть прям четко, короче, туда. Надо прям четко сюда вот попасть. Бам! Панцирь большой черепахи. Это щит, да? Это щит. Согревающий камень. Так, ну это, видимо, от какого-то поражения. Так, а нам как отсюда? Вот сюда вот, да? Ебать там снайпер, короче. Все, отвали. Так, вот у нас какая-то башенка. Башенка, башенка, башенка. Опять какой-то лифт, да? Вниз. Вот мне что-то подсказывает, что это именно так. Угу. Так, опять этот звездочет. Мы сейчас полностью оббежим вот эту вот всю историю. Но ничего пока не вижу, ни врагов, ничего. А потом вернемся к башне, там... О, там еще один костер, да, у нас. Необычно. Некое кладбище. Да, кладбище. Опа, там... Там медузы, стрекоза. Да, я смотрю, здесь исследовать довольно-таки немало нам предстоит. Ой, блядь. Какие-то новые враги. Давай, уйди, уйди, уди, уди. Блин, а куда этот? Благодать так костер, я пробежал. Ух ты, блин, та-та. Все, отдыхайте. А, вон он. Нифига я его пробежал. Сейчас мы тут засейвимся. Мы не будем отдыхать. Мы просто его откроем. А, пойдем попробуем разобраться вот с этим новым видом врагом. Понять, чтобы как с ним бороться. Их очень много. Тряпки. Это уже... Ой, они кого-то призывают. Какой там дебил за мной бежит. Вот он, возможно, не тряпка. Вот это что-то новое. Да выдели ты прям. Ай! Не, он скорее всего тряпочный. Да ты остановись! Остановись, говорю, ты машешь без устали. Такого не должно быть. Короче, я понял, сейчас я ему в спину зайду. А где бэкстеп? Бля, слушай, он серьезный противник. А, он притягивает, и я не могу ему бэкстеп пробить, прикиньте. Можно, пожалуйста. Уходи. Ты смотри, что собака делает. Ну, хорошо, хорошо. Так, ты ж интересно, интересно. Короче, я понял, надо завалить мага. Пошел в жопу. Сейчас. Я сейчас вот этого увольну. Куда? Куда ты культяпку тянешь? Бля, он стоял или его маги позвали? Бля, его вообще ничего не сбивает.
Это он меня, наоборот, сбивает. Хорошо, мы знаете, как с вами сейчас поступим? Давай. Ага, офигел, да, ты, чувак? Давай. Во, кровоточка, по-моему, прошла, да? Так, отхилил он сейчас. О, блядь! Да, даю время на уворот. Блядь, кто это? Что сейчас мне урон? Блядь, ты, короче, вообще... Сука, пизда, волки. Один удар ему надо провести. Очень серьезный противник, я вам хочу сказать. Ты чё, ну чё, о чём вы там разговариваете? Я объясню, смотри. Минус 2 сразу. Ну и ты туда же. Блять, выдели его. Ну это да, это просто жирно, у него хп много. Ну и ты, до свидания. Так, пойдем сначала с этими разберемся до конца. Мне не нравится то, что меня сейчас вот так вот чуть ли не поимели. Сейчас. Надеюсь, они больше такого призывать не будут, потому что, ну, это вообще, это прям... А, он из этой сферы это призывался, да, получается? Все, ее сейчас уже нету. Ну, все тогда, ребята, допрыгались. Все, до свидания. Не-не-не-не-не. Даже, блядь, не думаю, но. Ни одного хватило. Что с вас лутается? Гравитационный камень. Ну и тебе хана, короче. Ох, блядь. Успел какую-то атаку провести по мне. О, отлично, еще эти баночки восстановили. Так, предлагаю дальше немножко попрыгать, поскакать по полю. Так, сориентироваться. Ага, все, понял. Так. Во! А, ну... А, ты как выжил? Все, готов. Вот эта штукенция показывает тайную тропу. Блять, ну хорошо, давай. Или надо что-то сделать, чтобы она правильно показывала. Ебать, как много очевидных ключей. Возможно, где-то здесь. Ну, медуз мы уже встречали, они не такие страшные. Так, зайдем, поднимемся наверх, осмотримся еще разок. Так, сова. Так, там мы всех размотали. Да, получается, нам только вниз. Ой, зря я так в открытую пошел, да? Ну, медузы нет, они не страшные. По-моему, даже если их не трогаешь, они не нападают. Да, она показывает на еще одно подземелье. Все как в аптеке. Так, слазим. Ну, я не хочу идти, босс, за сегодняшнюю серию. Вот за эту. Уже только два. Конь и плюс этот динозавр, блин. На этот катакомбы колосса служителя. Ну вот что, вот туда идти предлагаете? Ну вот я не хочу. Тут уже, смотришь, ты как... Иди сюда, мышь, блять. Да. Я для чего нажал блок после атаки? Так, это ты готов. Неужели он тут всех размотал в одного? Вот. А, вижу, иди сюда. Скинул даже кого-то, да? Судя по всему. Так, готов. Опа. Тишина, никого нет. Так, а тут опять будет босс. Так, один спрыгнул. Но тут по-любому есть еще это
Это каждому ясно. Смотри, он один сидит наверху, по-любому еще один со спины. Хорошо. В смысле? Да выделит его. Да, на стрелой я на мало. Да ты че, можешь остановиться? А нет, нормально так прилетает. Да, только так кидаться не можешь далеко. Ладно, ладно, я вас сейчас. Не дергайся, пожалуйста. А я могу сделать вот так? Нет, не могу. На, второй глаз, короче. Так, берем катану. Я предлагаю восстановить хпшечку. Так. Блять, там сидят по-любому прям. Ну нет. Только вот этот. На тебе бэкстепик-то, а? Твою каменную-то жопу. Блять, а почему нельзя атаки проводить, пока он валяется-то, ну? Так, могильный ландыш. Для чего-то они... Блять, опять 1000 проходов, да? Ну, по-любому стоят. Где-то сзади, да? Ох ты ж, блядь, нет, спереди. Еще раз. Очень хорошо. Мелькаются эти маленькие горгули. Их ни хрена. Хорошо, нахрена сюда пришел? Гроб слева. По факту получается здесь ни механизма, ничего нет, да? Хорошо, пойдемте налево. Так. На какую-то арену прям. О. Вот это да. Так, и куда я должен? Туда налево, походу, да? Ага. Если вовремя не забежать, она раздавит. Так погоди, а мне-то тогда куда? И чё? И сколько это будет длиться? Как отсюда свалить? Где здесь проход? Коня я здесь призвать не могу. Интересно так получается-то, да? А кувырок надо сделать. Бляха ты, муха. Я понял, там... Блядь. А если я туда вниз слезу? Ну, давай. Бля, зря я банку-то не выпил. А, он до конца не опускается. Все, все. Все, я понял, все хорошо. Хорошо, хорошо. Двигаемся дальше, тут какие-то новые. Так, тут зомбаки у нас. Тут у нас зомбаки. Я так понимаю, что это тряпки. А, это скелеты. Не совсем тряпки. Надеюсь, они. Ой, хорошо, что вы не встаете. На них тоже кровотечение вешается. Это не может не радовать. В принципе, неплохо. Говорящая голова, помогите. На них очень легко накидывается кручение. Подожди, а вы что, без конца типа будете вставать? И вообще,
что сейчас произошло? Почему он минус исход? А 36? Они, короче, без конца встают. Они встают просто без конца. Бля, тут запутаться как нифиг делать. Ох, по-любому здесь иллюзорки-то надо бежать. Эти-то не дохнут. Эти-то не дохнут. Да, надо просто бежать, потому что их все больше, больше и больше. Идем наверх. Идем наверх, а там будем посмотреть. Вот рычаг собственной персоны. Опа. Блять, я нажимал блок, но... Да возьми ты и выдели его! Ну выдели, блять! Вот эта ебанутая надпись, где-то открылась дверь, не дает мне нажать на блок. Но зачем? Зачем вы это сделали? Ну это ненормально. Я не могу таргет выбрать. Мне обязательно надо Y нажать. Все, и соответственно... Нас закидывают сюда, но у меня 4 банки, мне это не устраивает. Поэтому мы можем спокойно пойти восстановить все банки и попробовать сразиться с данным боссом. Кто он вообще? Зачем он? И почему? Не хотел я идти в подземелье, вот прям вот честно, совершенно не хотел. Но раз уж прошли, раз уж спасибо, ты же не мог иначе поступить. Но раз уж пришли, давайте хотя бы посмотрим. В смысле, опять кошка? Ой, бля, серьезно. Здесь этих мудаков. Да. Подожди, где нахер? Блять. Блять, еще кайте от меня. Сейчас, подожди, я вот этих ишаков выхлестну. А можно ударить? Блять! Да потому что я на них сфокусирован, пан! Я занят вот этими мутаками, а у меня тут... Опять этот цербер долбанный бутасит. Где он? Сука. Иди в жопу. Все, а теперь поговорим. Блять, урон проходит. Хорошо, хорошо. Я тебя по... Ой-ой-ой, стамину-то выносит, смотри, что. Блять, этот поплотнее будет. Хорош! Ебать, это он мне под щитом пробил. Бля, да как ты попадаешь? Вообще всю хпшку разнес. Ебать! Можно тебя атаковать-то хотя бы иногда? Ой, все, пошел. Да в смысле? Как я еще должен, блять, от него уворачиваться, от этого пламени? Да блять, да хорош! Бля, там банк, это вообще это не серьезно прям. Давай, свой блядский замах. Ебать, стамина просто. Да хорош! Назад, лучше назад. Да, на нее кровотечение. Ах ты ж, бляха. Блин, надо. Ближе к ней.
Да ты ударишь, нет. Бля, ну так и будем сейчас с тобой всю серию круги наяривать. Успел, прикинь. Ой, круговая! Я печу! Да... да и только один удар я остался, я проебал эту вспышку! Ну, у нас 7 минут осталось. Хотя нет, учитывая, что я опять там профукал, наверное, на этом серию закончим. В принципе, босс не сложный, но я устал от босса, если честно, на сегодня. Но ничего страшного, мы со всеми разберемся. Поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.